Всем привет! Сегодня у нас 15 июня 2015 года, понедельник, середина июня прошла уже. 1/6 часть лета, представляете? Вот, буквально только лето началось, уже прошло. Смотрим на небо и на Миклуху Маклая на вечернюю. И пьем кофе. Основные моменты дня сегодняшнего. Работа, 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 дождь. Часа в 4, наверное, пошел прям такой ливень. Был, видите, все мокренькое. Но когда мы вышли с работы 18:15, дождя уже не было. И был штиль. И без дождя, и штиль. И только с листьев капали капельки. Вот. Пришел домой, покушал, пью кофе. Монтируется видосик один. И все. Основные моменты дня сегодняшнего. На этом все. Всем пока, всем удачи, всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем привет, меня зовут Ермоленко Игорь. Вы смотрите видео-дневник день за днем. День у нас сегодня 15 июня 2014 года, день недели суббота. Всем привет, меня зовут Ермоленко Игорь. Вы смотрите видео-дневник день за днем. День у нас сегодня 15 июня 2014 года, день недели, блин, ветер, день недели у нас воскресенье.